Петлях складывается и внутрь. Это у нас створка является дверью, она так закрывается изнутри, и на шпингалет крыша. Ну, на крышу я наложил, у меня тут были всякие панели акустические и прочее дополнительно, а так она из двух половин состоит. Вот, вот так у меня здесь полочка, свет, стойка микрофонная, на полу лежит одеяло в ткани, в флизелине, для звукоизоляции лучше. Вот слышно, как здесь достаточно глухо, но вот эта полочка, на нее ставится ноутбук и аудиокарта. Еще есть стойка дополнительная, которая крепится тоже к полке, для динамического микрофона, провода, в общем, табуреточка. Все это хозяйство выглядит вот таким образом. Вот собирается и входит вот такая кабина.